Камаловцы экспериментируют. Завтра на сцене они поставят телевизионное ток-шоу. Зрители приглашают на премьеру пьесы «Мой белый колфак». Это новая работа режиссера Фарида Бекчантаева. Впервые на театральной сцене разыграно телевизионное ток-шоу. Для чего Камаловскому театру прямой телемост США, узнал Сергей Хайдаров. Свет, камера, мотор. Впервые за всю историю сцена Камаловского театра превратилась в телестудию. Посетив Камаловский театр, зритель сможет не только получить эмоции, но и увидеть что-то по-настоящему новое. В пьесе «Мой белый колфак» будет разыграно самое настоящее ток-шоу. Подобный формат впервые используется не только в Татарстане, но и в России. Пьеса Ильдара Юзеева «Мой белый колфак» написана в конце 80-х. В основе сюжета вымышленный первый телемост между татарами СССР и США. Ведущими таких телемостов были Фил Донахью и Владимир Познер. Сегодня, спустя 30 лет, поднятая автором тема актуальна как никогда. Проблемы языка татарского, это проблемы культуры, возвращение к корням, возвращение к религии. Какие-то объединяющие темы, которые объединяют и молодежь, которых там очень много ходит, и людей старшего поколения, те, которые помнят СССР, грубо говоря, те, которые не помнят СССР. Сегодня актеров в режиме онлайн снимают сразу несколько камер. Здесь их лица каждую секунду появляются на экранах по всей сцене. Эта постановка сложная не только в техническом плане. Телевизионный формат требует другой игры совсем. Необычайной игры. Премьера пьесы «Мой белый колфак» состоится уже 7 апреля. Сергей Хайдаров, Марат Саидгараев, ТНВ «Казань».